Рука кисть. Что это? Вы видели? Что? Игра в кальмара? Мои очки не задели. Так, что? И мамочка! Пока, хаги-ваги. Всем большой привет! Меня зовут Манка, и сегодня мы попали во вселенную хаги-ваги, во вторую. Вроде как это вторая глава, и здесь мы должны будем увидеть... мамочку. Ладно, это обе, если что, поэтому давайте проходить. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ух ты, можно руки... А, нет, нельзя руки взять. Я так понимаю, Gravity Coin тоже нельзя взять. Итак, пойдемте сюда. Это что? Это какие-то кубики, которые разбросаны в лаве. Ладно, пойдем дальше. О, тут сканер. Наверное, нужно было куда-нибудь сюда карточку сувать. Хотя странно, тут некуда. О, ребят, тут какие-то отходы. Откуда они? Они с улицы? Так, может, мы поплывем обратно. Чуть-чуть там походу ночь еще на улице. А, так, куда дальше? Вроде сюда дальше. Тут пропасть! Что? Я даже не заметила пропасть. Офигеть. Что это такое, ребята? Это кто там? А, ладно, непонятно. А тут я так... Ну, ладно, можно проскочить. Тут вот эта вот пушечка рукой стреляет и открывает нам вход. Мне очень интересно, что в вентиляции находится. Давайте, может, посмотрим. А, это чья-то рука тут высовывается. Офигеть. Пишите в комментариях догадки, кто это может быть. У кого желтая рука. Я, если честно, не знаю. Может, там хаги-ваги какой-нибудь. Это что это было? Я стул только что так... Ребят, я пинаю стул. Давайте его в пропасть запихаем. Плохой стул, иди в пропасть. Ай, все. Ребята, это киси-миси. Офигеть, какая она большая. Она что, нас есть хочет? Нам придется идти сюда. А если мы... Ладно, не надо. У нее язык с шипами. Вы знали вообще об этом? Ну, давайте, наверное, пойдем к ней в рот. Где мы? Она нас проглотила! Она нас глотает, а? Что происходит? Мы во рту киси-миси. Вы это представляете? Так, тут она съела какие-то капканы. Она съела... А! Ой, мы как-то тут чуть-чуть у нее на слюну, наверное, наступили. Вот, все, вроде прошли. Идем по вот этой штуке. Она проглотила целую комнату, что? Ой, ребят, мы едем. Ладно, пойдемте тогда. Ой, нас несет очень... Так, я немножко застряла головой. Тут все разрисовано какими-то граффити. Тут лабиринт. Нет, не люблю лабиринты. И, ребята, я нашла туда, куда нам нужно идти. И тут у нас... Что это? Это рука-кисть. Слушай, ребят, тут какая-то рука-кисть-миссия. Я так понимаю, нам нельзя на это наступать. Тут хаги-ваги. А здесь мамочки рука тоже. Что это? Вы видели? А, это отсюда игрушки появляются. Мы оказались на фабрике. Что? Игра в кальмара в попе Playtime? Вы серьезно? А как мне? Вот так, что ли? Так, это... Нет! Это так не работает! Ладно. Так, я думаю, что тут вперед. Да. Нет! Неужели нам нужно по вот этой вот штучке пройти сюда? Что это? Падает там, кроме коробок, еще что-то. Ой-ой-ой! Мы оказались на том самом задании, на той самой игре, где собака нас догоняла. Там, тут, кстати, везде камеры стоят. Как тут-то пройти? Ух, неудобно. Тут такое освещение еще страшное. Ладно, давайте прыгаем по каким-то лестницам. Ох, не люблю эти лазеры. Честно, кто их любит? Я, конечно, даже не знаю, кто их любит. Аккуратненько, да. Мои очки не задели. А! Что это было? Рука, мамочки, давай, 5. А, о, поезд! Мне дали ачивочку. Ой, тут мальчик приехал на поезде. Ладно, давайте скорее забираемся на поезд и уходим. Садимся. Прямо на первую эту, с нами мальчик сел, привет. Все, поехали. Какой-то у нас, правда, поезд медленный. Мы точно уедем на этом поезде? Мне кажется, нет. Мальчик, куда мальчик пропал? Куда мальчик пропал? Мы начинаем ехать быстрее. Честно, я до последнего думала, то, что мы встретим
кого-нибудь, и кто захочет за нами побегать. О, мамочка, привет! Помахала нам ручкой вслед, так сказать. Но, к сожалению, мы никого сегодня не встретили. Знаю, еще, мамочка, привет! Как твои дела? Так, что? Мамочки, мы пробили стену куда-то и остановились. Что с экраном, почему он моргает? Это уже третью главу какую-то сделали. Мамочка! Привет, мамочка! А куда нам идти-то? Да. Мама, что такое? Почему ты моргаешь? Привет. Ой. Она нас съела? Нет, мы выбрались, ребята, что? Серьезно? Давайте пойдем обратно. Так не должно быть вообще-то. Хаги-ваги, мы нашли хаги-ваги. Что ты нам скажешь, дружище? У тебя есть какие-то вопросы? Хорошая работа, говорит хаги-ваги. Пока, хаги-ваги. В общем, на этом все. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Это обе, мне кажется, никто не проходил. Если хотите, можете пройти. Если что, название будет в названии видео. Всем спасибо большое за просмотр и пока.